Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинаски, и мы с вами продолжаем играть в замечательную игру под названием The Fisher Cat. Друзья, прямо сейчас у вас на экранах топ-комментарий из предыдущего видео, и если вы хотите попасть в следующую подборочку, не забываем оставлять свой царский лайк и писать, конечно же, комментарий. Так, в первую очередь, давайте мы, наверное, соберем здесь дань свою, так сказать, шестереночки за золотых рыб. В принципе, у нас тут их достаточно много, уже почти, ну, не почти все, но большинство уровней почти полностью на золото пройдены, и это, на самом деле, конечно же, очень хорошо, потому что... Кстати, ой, я первый раз заметил, что здесь можно вот так вот все это перемещать. Ладно, давайте ближе к делу, не будем баловаться. Ребят, а первое дело, что я хочу сделать, это прокачать Мега Оксиджен Тэнк до последнего, скорее всего, уровня. Я уже не думаю, что у него будет еще один уровень. Погнали. Air Generator. Ребята, почти 3000 литров воздуха. Там, смотрите, прямо растут растения, чтобы, наверное, сразу же вырабатывать воздух. Ну, что я могу сказать, ребят? Поехали. Поехали ловить новых рыб. И я надеюсь, что я вам покажу какую-нибудь новую рыбёху. Мы с вами прокачали сегодня Air Generator. Наш новый, кстати, крутой. До максимума. Но это еще не все. Это еще не все, что я хотел бы сделать на этой серии. На этой серии я бы еще хотел, конечно же, поймать рыбу, которую мы еще не ловили. Если честно, в прошлой серии поймать такую рыбу было крайне сложно, потому что, ну, сами понимаете, рыбы не так уж часто появляются. Кстати, я так понял, что имеет смысл рыбачить где-то до шестой волны, потому что если, ну, как бы на шестой волне никакая рыба новая не появилась, то, в принципе, она вряд ли уже появится. Ну, вот прям вот такой вот я нашел закономерность, да и об этом вроде в комментариях тоже писали. Поэтому будем иметь в виду, и если на шестую волну мы уже зайдем, и там никого не будет, а лучше даже если мы пройдем шестую волну, и там никого не будет, то есть на седьмой волне, то, о, кстати, можно миссию заодно выполнить, то есть смысл просто выйти с локации и запуститься заново. Потихонечку мы так будем и денег накапливать, хотя деньги на самом деле... Хотя нет, деньги нам нужны, стоп, нам нужно еще Air-танк прокачивать наш Air Generator, уже как он называется. Смотрите, так прикольно, там реально растения растут. Вы же все знаете, я думаю, что именно растения производят кислород, могут его из углекислого газа перерабатывать. Немножечко такая научная информация почти что. И... Так, аккуратно. Отлично, подобьем. Вот. И именно поэтому, видимо, это какой-то очень прокачанный Air-танк, раз здесь сразу же кислород дается, причем еще и самый чистый, потому что он же сразу дается от растений, минуя всякие там пломбирование, или я не знаю, как кислород закачивают в эти все баллоны. Но, в общем-то, я думаю, что это очень даже выгодно. Так, шестая волна пошла, и я до сих пор никого не вижу. И, насколько я понимаю, это говорит о чем? О том, что в этот раз нам не повезло. Такое тоже бывает. То есть, может либо появиться какая-то из редких рыб. Это либо вот эта божественная рыба, которую мы ловили, либо рыба за шестереночки, которую можно продать. Она чаще всего у меня появлялась пока что. Либо, может, никто, никому-нибудь. Такое тоже возможно. Поэтому давайте мы с вами возвращаемся и запускаемся снова. Запускаемся снова. В принципе, так, да, мы будем не сильно много денег за это получать, но зато мы совершенно точно сможем сэкономить время и поймать кого-то побыстрее. А если найду босса еще какого-нибудь по дороге, то тоже его с удовольствием поймаю, конечно же. Так, поехали дальше. Смотрим на шестую волну. Будет ли во время шестой волны что-нибудь интересненькое? Вот что нас всех с вами интересует, ребят, я так думаю. Потому что эта серия просто обязана быть мощной. Для того, чтобы она была совершенно точно мощной, для этого нам нужно еще, конечно же, поймать какую-то крутую рыбу. Потому что уже генератор мне, конечно, очень нравится. Но, кстати, интересно, а как вот эти ледовые рыбы здесь плавают? Потому что, понятное дело, в Арктике, там вот в этой ледяной локации, там холодно. Но здесь-то она могла вполне себя растаять, как вариант. Ну, может быть, здесь тоже холодно, конечно, не знаю. Хотя тогда бы тропические рыбки здесь бы вряд ли выжили. Ну, короче, это, конечно, вопрос остается открытым. Так, ладно, смотрим дальше, уже третья волна. Можно, кстати, прям ловить по максимуму, потому что нам нужно именно просто как можно скорее запустить шестую волну, а там уже как пойдет, Так, ловим, ребята, ловим вовсю, не даем спуску нашим рыбкам. Уже четвертая волна пошла, осталось две волны, ребят. Ну, три, можно сказать, три волны осталось, и мы с вами заценим, будет ли кто-то в этот раз. Это тоже важный момент, очень важно и интересно посмотреть. Был, конечно, чтобы мне не пришлось монтировать по нескольку раз и рыбачить 500 лет.
хотелось бы, чтобы был. Так, ну пока что никого не вижу, С другой стороны, мы с вами также накапливаем еще и денежки, ребят. Это тоже, конечно, хорошо, потому что хотелось бы прокачать еще хотя бы разок сегодня, вот за эту серию, наш Air Generator. Это было вообще прекрасно. Так, пятая волна заканчивается, начинается шестая, и момент истины настал. Ну что, будет кто-то, нет? Блин, походу все-таки опять нас ждет неудача. Походу все-таки да. Ну ладно, ничего страшного, давайте мы сейчас седьмую волну добьем. Все-таки за каждого этого карася дают, ну как, скумбрия, семга, вы поняли, о ком я. Дают по 1000 монет, поэтому я их, конечно, полавлю немного. Но теперь можно уже сбрасывать. Так, ну что, блин, кстати, здесь вот эти рыбки, они все-таки иногда бывают достаточно дорогие, поэтому давайте я их тоже немножко половлю. Вот и там словлю тоже. Я предлагаю сделать таким образом. Сейчас мы с вами опустимся на дно Арктики. Еще немножко подзаработаем себе денег. Следующий этап мы с вами купим апгрейд до Air Generator. А дальше я уже сам найду новую рыбу и включу запись, когда она уже будет у меня буквально на кончике гарпуна. Ну, конечно, словлю-то ее при вас. А там посмотрим. Так, ладно, давайте посмотрим. О, Fine Shark, кстати говоря, в Coral Reef'ах. Слушайте, давайте его поймаем. Почему бы и нет? Нам как бы все равно, а Fine Shark'а как бы приятно поймать в Coral Reef'ах, правда, на самой стартовой локации, но ничего страшного. Потом пойдем в Арктику, половим немножко рыбку там, а дальше я уже включу запись, когда найду волшебную рыбку. Новую, какую-нибудь. Не знаю, какую, правда. Потому что я еще, если честно, не ловил... То есть даже не то, что не ловил, еще даже не видел новую рыбу никакую, поэтому будет очень даже любопытно. Какой-то кит там, я помню, должен быть в самый последний, но не знаю, будет ли кит или какая-то другая рыба. У нас еще две осталось, поэтому еще как минимум две серии по... Ну, точнее, вот это вот одна, и еще вот одна серия по The Fisher Cat обязательно будет. Так, пятая волна тем временем уже началась, и мы ждем... Вот, Fine Shark. Блин, еле-еле плавает. Вот это, конечно, отстой, потому что его ждать придется. Зато зацените, насколько мощный у нас гарпун, ребят, насколько мощный у нас наш Air Generator, потому что уже седьмая волна, у нас только 88%, уже опять 100. Вот так вот все просто это и делается. Очень даже просто. Так, ладно, ждем дальше, продолжаем ждать. Пробиваем спокойно вообще всех рыб, которые нам попадаются на пути, вообще ни одна не остается. Так, здесь надо аккуратно, чтобы по медузе не попасть. Конечно, даже... Ну, давайте просто упростим задачу немножко. 6% всего лишь снимает самая большая медуза этой локации. Всего лишь 6%. Ты съел ворону, блин, она стоит косарь целый. Вот, блин, рыба-собака, конечно. Ну, ладно, ладно, ничего не поделаешь. Кстати, интересно, сколько можно было бы рыб поймать на этой локации, ребят. У нас здесь кислорода столько, что, мне кажется, можно было бы вообще рыб 500-600 поймать. Я думаю, что можно будет потом челлендж сделать такой, если захотите. Максимальное количество рыбок, как вариант. Так, Fine Shark там плавает на заднем плане. Мы его, конечно же, ждем, потому что поймать его надо обязательным образом. Ну, давай. Давай уже, я в ожидании, так сказать, побыстрее желательно. Я думаю, что в начале следующей волны он должен появиться. То есть, видите, здесь появление босса зависит не от волны, а вот именно от времени. То есть, может быть, хоть какая волна. Вот, кстати, пошло-поехало. Пошло-поехало, давайте ловить. Давайте ловить, ребят. Мне нужно поймать только босса, то есть я не стремлюсь поймать... как можно больше рыб сейчас, или там как можно больше волн, или на какую-то сумму денег поймать. Я просто хочу поймать этого босяру, чтобы у нас был дополнительный счет в нашем... Так, это... Плюс 62 тысячи. Плюс 62 тысячи, почему бы нет? Я уверен, что будет не больше 100. Смотрите, 78 всего лишь. То есть, не считая босса, мы заработали за столько рыб всего лишь 16 тонн. Ну, немного, конечно, но почему бы и нет. Ладно, поехали теперь на арктическую зону. Вот сюда. Покупаем себе, на всякий случай, просто бомбу. Peaceful Day, что это дается? Что это дает? Давайте посмотрим. О, не будет появляться медуз. Ребят, а у нас есть шанс сейчас побить рекорд. Есть вполне себе некислый шанс на это. Потому что, если нет медуз... Мы можем с вами комбо стараться продлевать максимальное количество. То есть максимальное количество комбо, а это значит, что у нас с вами и кислород будет меньше расходоваться, и рыб мы сможем с вами ловить намного больше. Так, отлично. Пока все равно сбрасывается, конечно, камбушка, но это ничего страшного, это потому что стартовые волны, это абсолютно нормально.
Так, ну тут у меня есть реально надежда на то, чтобы лямчик заработать. Очень даже хотелось бы, если будет хорошее количество нарвалов, если будет вести нам, то в принципе мы вполне сможем заработать лямчик. Давайте попробуем. А потом с вами еще и рыбу крутую поймаем какую-нибудь. Вообще, это просто бомбеж. Просто бомбеж. Это офигенно. Так. Дальше ловим. Ловим, кстати, вот эта рыбка все еще ловится только со второго раза, я заметил. Уже не первый раз это замечаю. Сколько бы мы гарпун не прокачивали, все равно только со второго раза. Хотя вроде бы сама по себе маленькая. Любопытно, любопытно. Так, плохо, что нарвалов до сих пор нет. Вот мне бы хотелось нарвала, конечно, видеть, потому что за нарвалов мы получаем самую большую стоимость. Больше всего денег. Естественно, босса мы здесь никакого не увидим, а вот нарвала увидеть вполне себе можем. Хотелось бы его увидеть как можно раньше первого, а второго сразу же желательно после, а третьего сразу же желательно после второго. Ну, то есть вы поняли. Поняли мою схему примерно. Примерно схему заработка, так сказать. Так, ждем дальше. Конечно, очень важно, чтобы у нас тут были нарвалы. Если нарвалов не будет, то, ребят, ну это ГГ, потому что основная стоимость, ну, как бы, основной профит идет именно с них. Конечно же, другие рыбки тоже помогают, но основное идет именно с них. Кстати, я так понимаю, что вот эти вот черепахи, они когда прячутся в панцирь, наверное, их невозможно достать. Но из-за того, что у нас электрошоковый гарпун, то мы это делаем очень даже просто. Так, стоп. Давай-ка ты не будешь пытаться моих рыбок скушать, дорогой мой Касаткин. Мистер Касаткин, давайте без этого. Так, хорошо, поехал первый нарвал. Это, конечно, немножко запоздалая тема, но нормально, нормально сойдет. Главное, что медуз нет. Это очень хорошо, потому что это очень сильно нам помогает, ребят. Мы с вами можем насчет комбо вообще не волноваться. Спокойно себе просто постоянно пулять. Пошел второй нарвал. Тема хорошая, ребят, тема хорошая. Как раз таки сразу после первого, как я и хотел. Это очень здорово, потому что мы сейчас сможем с вами автоматически побольше себе набить денежек. Основная сумма, как я уже еще раз напоминаю, она идет именно с нарвалов, и поэтому вся надежда именно на них. Так, продолжаю, комбо стараюсь не терять, потому что очень важно, чтобы у нас было максимальное количество комбушек. Так, отлично, пока не теряем, очень хорошо, блин, правда, вот 24% у меня уже осталось кислорода, это очень нехорошо как раз, потому что мы еще, по-моему, даже к полумиллиону не приблизились. Хотя нет, полмиллиона, наверное, у нас уже есть. Почему-то мне кажется, что полмиллиона есть. Еще я, конечно же, куплю дополнительный кислород. Это 100%. Так, здесь мы, наверное, лучше сделать вот так. И вот так. Все, хорошо. И все, следующий нарвал, ребята. Следующий нарвал, это уже третий. Получается, что мы с вами где-то 200 тысяч уже только... О, еще и четвертый сразу приехал. Хорошо. И пятый. Опа-па, ребята, уже только с нарвалов мы имеем 300 тысяч. Уже только с нарвалов. Короче говоря, есть шансы. Есть шансы, дорогие друзья. А это мы еще не покупали даже кислород дополнительный. Так что надежда умирает последней. И в данном случае она еще очень даже жива. Интересно, сколько мы уже заработали. Интересно, конечно. Так, аккуратно. 28 тысяч платим без малейших проблем. Вообще беспрекословно. Хотелось бы, конечно, увидеть еще кислородовую рыбу. В идеале. Кислородовую рыбу я бы сейчас хотел видеть даже больше, чем нарвала, в общем-то. Потому что, кстати, смотрите, сколько ведьм. А за них сколько? 13 тысяч. Нормально, нормально. Конечно, если выбирать между нарвалом и ведьмой, я бы выбрал нарвала, конечно же. Но ведьма на безнарвалье и ведьма рыба. Как говорится, только что мной. Так, 27% у нас остается. Так, хорошо, хорошо, хорошо. 19%, блин, маловато. Я уже не уверен, что у нас даже на нарвала хватит кислорода, если он даже появится вот прямо сейчас. А прямо сейчас он не появился. Поэтому, скорее всего, примерно столько мы с вами и заработаем. Я не думаю, что это миллион, если честно. Если честно, есть у меня сомнение, что это миллион. Но это точно больше полумиллиона. Давайте посмотрим, сколько мы получим. Миллион, вряд ли, вряд ли. Вот, честно скажу, вряд ли. Ну, 1900, я думаю, есть. Ну, 800. 800 тысяч, это очень неплохо, ребят. За один заход 800 тысяч, это очень хорошо. Поэтому давайте мы с вами прокачаем Air Tank наш. Air Generator. Сколько он теперь вырабатывает? 2922. То есть 22 литра воздуха мы за одну прокачку спокойно себе добавили. Ну что, давайте, наверное, я сейчас пойду искать какую-то редкую рыбеху, которую мы еще не видели. И включу запись, когда найду ее. Погнали. Что это такое? Ребята, все рыбы испугались, куда-то уплыли, и вдруг приплыла эта штука. Что это такое? Давайте... Это какой-то кристальный сом или что?
Офигеть, ребят, вот кому интересно, потом посмотрите, сколько дней прошло. Вот сравните, сколько дней было в самом начале, когда я выключил запись, и сколько сейчас. Это просто офигеть, я полгода, наверное, искал, блин, этого сама, и он дал только 73 тысячи. Почему так мало? За что? Почему так мало? Даже боссов, которые я ловил, пока его ждал, да, даже они стоили дороже. К вопросу более серьезно, у нас тут все-таки есть еще что посмотреть, а именно хочу посмотреть, что в каталоге будет обозначаться этим самым. Ладно, тут делать больше нечего, главное, что мы сама поймали. Осталась только одна рыба, которую мы еще до сих пор не ловили, и нам только предстоит это сделать. 127 тысяч. Для этой локации это очень неплохо, однако я все-таки не понимаю. Блин, могли бы и подороже его сделать, в конце концов. Ладно, давайте посмотрим. Так, сомик. Вот он у нас, трансцендант. Чего? Почти бессмертная рыба? И у него довольно, такой, как бы это сказать, впечатляющий внешний вид. Что значит бессмертная? Может быть, она теперь будет появляться чаще? Давайте посмотрим. Потом, конечно же, будет любопытно посмотреть. 218 сантиметров всего лишь. Ну ладно, я думаю, что на этом мы будем заканчивать, дорогие друзья. У нас, в принципе, еще есть кого поймать. И есть вот этот огромный китяра, которым мы займемся чуть позже. Но это уже в следующей серии. А на данный момент все. Спасибо вам большое, что досмотрели до конца. Не забываем ставить лайки, конечно же, подписываться на канал, ставить колокольчик. Все это, конечно, очень даже важно. Это мы проапгрейдим уже в следующий раз. Ну а с вами был Тинаск, и увидимся уже совсем скоро. До скорой встречи и пока-пока.